Состав «Бельской Зари» пополнил бразильский нападающий Бруно Энрике, сообщает молдавский футбольный интернет-портал moldfootball.com. По данным веб-сайта Transfermarkt, контракт с 24-летним футболистом подписан до 31 декабря 2018 года. На сайте бразильского футбольного трансферного агентства Edminan Brasil появилась информация о переходе игрока в европейский клуб. Президент агентства Валдир Сауза отметил, что Бруно Энрике – отличный игрок, он выступал во многих клубах Бразилии, и игра за границей не будет для него проблемой, так как у него есть международный опыт, полученный в Португалии и Таиланде. Edminan Brasil всегда следит за профессионализмом бразильских игроков, и Бруно Энрике это также касается. Мы всегда искали для него зарубежный клуб, потому что он может показать блестящий футбол. Мы очень рады его подписанию в Европе, где мы уже работали, и, конечно же, Бруно Энрике там отлично себя покажет. Цитирует слова Валдира Сауза, сайт агентства. Ранее форвард, которому, если верить бразильской прессе, прочили успешную карьеру модели, сделал выбор в пользу футбола, выступал за различные клубы у себя на родине и за две зарубежные команды. В 2013 году он играл за футбольный клуб Сиамнави из провинции Чонбури в восточной части Таиланда, выступающий в первой лиге этой страны. В 2016 за португальский футбольный клуб Лейшойнш из города Матозиньюш, выступающий во второй по значимости лиге Португалии. Последней командой Бруно Энрике был бразильский футбольный клуб Нову Амбургу из одноименного города, расположенного в штате Рио-Гранди-ду-Сул. Клуб выступает в серии D Бразилии. В нем Бруно Энрике перед переходом в Бельскую Зарю пробыл всего 3 месяца.